Друзья, я с огромным удовольствием представляю вам очень интересного человека, у которого самые, ну, наверное, одни из самых замечательных и ярких результатов компании за последние несколько месяцев. Вот. И, собственно говоря, это интервью мы проводим именно для того, чтобы этот товарищ, зовут его Улугбек, рассказал нам о том вообще, что он делает, как он развивается, ради чего он это делает. Улугбек, ну для начала, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, откуда ты, где, ну и так далее. Здравствуйте, меня зовут Улугбек Курбанов, мне 38, я из Узбекистана, родом из города Бухары. Я биолог по профессии. Закончил аспирантуру по генетике, семейной. Семья, жена и трое детей. С клуба я работал в научно-исследовательском институте генетики в городе Ташкент. Первая компания. Спасибо. Скажи, пожалуйста, Улугбек, а как давно ты в коралловом клубе? Я попал в коралловый клуб 2006 год с проблемой результат по здоровью своего дочки. И здесь я уже колоссальный результат этого. Многие годы уже как потребитель. А 2008 год я попал на форум компаний в город Киев. Через это я 100% решил заниматься этим бизнесом. Я оставил свою работу 2009 год, апрель. И начал развивать свой бизнес. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а вот какой твой был максимальный статус в коралловом клубе до форума 2015 года, до последнего форума? До последнего форума у меня был максимальный ранг «Золотой директор». Замечательно. А вот мы подходим, наверное, к самому важному, что нужно людям, не только в моей организации, но и вообще, которые занимаются или хотят заниматься бизнесом в коралловом клубе. А в чем причина, Улугбек, такого динамичного роста в последние несколько месяцев? Ребята, я хочу вам сказать, что Улугбек по итогам июля месяца стал золотым директором с премией. По итогам августа месяца он был изумрудным директором с премией. По итогам сентября месяца он был бриллиантовым директором с премией. По итогам октября он открыл мастерскую квалификацию, квалификацию мастера. Это значит, он каждый месяц как минимум удваивался и в товарообороте, и открывал новые и новые квалификации. Так в чем причина? Что случилось с тобой? Что-то это за такой спусковой крючок, который заставил тебя развиваться, мягко говоря, необычными темпами, во всяком случае пока, в коралловом клубе? Расскажи нам, пожалуйста. Я вот долгие годы работал, до 2012 года работали в Узбекистане. 2012 год, февраль месяц, у нас запретили сетевой маркетинг. Я, не думая на минуту, поставил цель поехать в Казахстан и развивать там своего сетевого бизнеса. И начал развивать свой бизнес в Казахстане, в городе Чимкент. И 3 года там работали, добились, еще я заново открыл золотого директора. Но максимальный чек, максимум $300-400. А 2015 год форуму нам объявили новый маркетинг-план. Я здесь уже увидел точно, чего я хочу. И маркетинг-план так нам понравилось, что здесь 100% я
развиваю свой бизнес, и через этого мои люди, моя команда точно получает то, что они хотят. Я в первую очередь стал сам примером для своего команды. Июнь месяц я золотой директор, 3000 товарооборот, и я получил $300. Июль месяц точно так же 3000 баллов с премией. Получается у нас новый маркетинг планом. Я посмотрел, $580 мой чек. Через этого я поставил себе цель, чтобы мои люди тоже стали золотыми директорами, изумрудными директорами. И я поставил цель стать изумрудным директором август месяц. Я это сделал, и один мой бизнес-партнер стал золотым директором с премией. Через этого я стал изумрудным директором. Второй месяц. Это уже третий месяц, сентябрь. Я открыл бриллиантового директора с премией. И трое мои бизнес-партнеры стали золотым директором с премией. Через этого у меня еще раз удваивался мой статус и мой чек тоже. На октябрь месяц я решил конкретно наконец-то открыть статус мастера. И в моем организации 3 человека золотой директор, и один человек стал изумрудным директором с премией. Через этого я легко и радостно открыл статус мастера. Я через этого прошел и понял одного. Наконец-то, когда в моем организации то, что я хочу, значит, это надо делать вместе. Когда в команде одна цель, если человек хочет стать золотым директором и ищет директора, это никогда не получается. Если человек хочет стать золотым директором, значит, ему нужен 3 золотые директора с премией. И через этого человек получает максимально. Вот через этого у меня получился так. На сегодняшний день мои люди тоже очень хорошо зарабатывают. Я от этого начал получить удовольствие. То, что я сделаю, я зарабатываю нормальные, хорошие деньги, и мои люди начали зарабатывать. Спасибо, спасибо. То есть мы поняли тебя. Ты развиваешься благодаря тому, что ты помогаешь. Во-первых, у тебя есть люди, которые тоже в твоей организации хотят расти. И ты развиваешься не за счет их, а за счет того, что вместе с ними ты им помогаешь получить то, чего они хотят, и тем самым автоматически твой статус, твой товарооборот растет. Это так? Да, да, да. Тогда такой еще вопрос. Я знаю, что у вас в Шымкенте, так же как и в Москве, и в Новосибирске, в январе месяце будет проходить клуб 100. Вот что ты такой, как ты собираешься вот использовать этот клуб 100? Что ты делаешь? Что делают сейчас твои люди? Как они работают, как вы, точнее, работаете под этот клуб 100? Расскажи нам, пожалуйста. У нас 8-10 января у нас проходит событие «Зимняя волна», мы это называем клуб 100. Это не просто клуб 100 у нас, это клуб 100 для тех людей, которые 100% хочет заниматься бизнесом. И это событие у нас, которое максимально 100%, я сейчас работаю на это событие с командой. Я знаю одно, многие годы я попал на разные события, я видел очень успешных людей.
компании Coral Club, который, попадая на событие с огромным количеством людей, они добились успеха. На сегодняшний день эти люди минимум мастера, серебряные мастера и золотые мастера. Вот 2012 год, когда мы попали на событие Firestar, Казахстан, это город Астана. Я там увидел Нургуль Мамбетгулова, которая долгие годы она была бриллиантовым директором, потом бриллиантовый плюс директор. Через это событие она попала, и 50 человек с ней поехали на это событие. 15 апреля она, придя домой, за 15 дней открыл новый статус, статус мастера. Вот это нас вдохновляло. На эту событие сейчас я планирую 100 человек, которые выезжают со мной на эту зимнюю волну. Чтобы я хочу, моя команда, мои партнеры, попадая на эту событие, вошли в систему развития бизнеса, чтобы развивали своих людей тоже. Я точно знаю, что кто на это событие работает максимально, кто вывозит минимум 30-50 человек, этот человек точно 2016 год форум точно станет мастером. Спасибо, спасибо. И последний вопрос. Улугбек, скажи, пожалуйста, а какая твоя цель в коралловом клубе? Чего ты хочешь добиться в своей жизни, используя коралловый клуб как инструмент? Угу. Моя цель с детства стать богатым и свободным человеком. И я наконец-то нашел для этого самый подходящий инструмент. Это коралловый клуб. В коралловом клубе не только стать богатым человеком, а здесь можно иметь свободу, действие. Я вот это нашел, это мое. Моя цель за год ближайший расти, развивать своих людей и стать золотым мастером, делать новых золотых мастеров. Спасибо. Спасибо тебе. Еще один вопрос тебе хочет задать моя первая линия, золотой директор компании Мельникова Валерия. Улугбек, добрый день. Поскольку я знаю, кому мы будем давать именно слушать вот вашу эту горячее такое интервью и запись, я вам хочу задать еще один вопрос. Вот вас будут слушать ребята, которые, может быть, стали директорами, но у них цели гораздо больше. И будут люди, которые еще даже не стали директорами, но у них тоже есть цели. Вот вопрос у меня к вам такой. Вот что бы вы им сказали, поскольку они еще только в начале пути, у них, может быть, еще нет веры такой, какая есть у вас в коралловый клуб. Может быть, еще нет веры в продукт настолько, насколько есть у вас. Вот что бы вы им сказали? Я вот многие годы работал, тоже прошел многие ошибки. Но мне всегда наставники сказали: Улугбек, стань примером для своих людей. Сделай сначала сам, потом твои люди делают. То, что я говорю своим людям, они не делают. То, что я делаю, они 100% это сделают. Я хочу им сказать, на сегодняшний день работаем через бизнес. Я предлагаю бизнес человеку, $2000, Мерседес и каникулы. Но для того, чтобы получить $2000, надо в первую очередь вкладывать в себя.
$200 минимум. Это Coral Dote, Detox и Halavada Plus. Когда мы сами это сделаем, когда мы получаем результаты, через этого наши люди это сделают. Например, человек хочет стать директором. Это у нас минимум 700-800 баллов. Значит, человек для себя приобретает Coral Detox плюс Калавата. Это 114 баллов. Если 5-6 человек в месяц это повторяет с ним, это однозначно человек директор с товарооборотом 800 баллов. Когда мы это сами сделаем и покажем своим людям, они это повторяют. Когда у нас 3 человека, которые точно так же это сделают, как и мы, значит, мы уже золотой директор с премией. Мы сейчас 100% так работаем. Спасибо, мне понравился ваш ответ. Спасибо большое. Спасибо, Лубек. Я желаю тебе, ну, первое, попасть вместе с нами и отдохнуть в феврале месяце в Каннах, то есть сейчас закрыть квалификацию мастера, как минимум подтвердить ее в декабре, ну и, конечно же, получить право, как новый мастер, может быть, серебряный мастер, а может быть, даже и золотой, чтобы мы тебя увидели на сцене на следующем форуме 2016 года. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да, до свидания.